Так, здравствуйте. Значит, обучение этому, как скачивать с гид-курса видео. Вот мы открыли, к примеру, файл. Вот он нажали, он появился. Нам нужен второй модуль. Вот мы нажали второй модуль, он уже выделен, открылся. Теперь я нажимаю, вот видите, middle mouse, 2.1, модуль открылся. На модуль я когда нажал, он загрузился. Это, по сути, вот эта страница. Нажимаю на кнопочку, которая установлена. Вот уже сохраненный файл. Здесь я сохраняю. Он попадает куда? Правильно. Вот сюда нажимаем папочку. Вот. И из этой папочки мы также сохраняем следующий модуль. Потому что в модуле у нас было еще три подмодуля. Да? 2.2 и 2.3. Вот. Соответственно, мы идем, смотрим. Сохранился этот модуль. И этот модуль 2.3 тоже сохранился. Отлично. Теперь все эти сохраняем. Сохраняем. Они, видите, падают сюда. Куда? Правильно, в папочку для скачивания. Теперь мы сюда идем, смотрим, нажимая на папочку. Лишний файл вот этот удаляем или не удаляем. Нет, удаляем, потому что должна быть полная версия, полный вес 371 мегабайт. Вот это можно удалить, можно и не трогать. Он удаляется, не удаляется, ну и ладно. Просто не трогаем. Вот эти все Shift зажали левой кнопкой. Теперь Ctrl-X вырезали. Теперь Alt зажимаем. Табуляцией нажимаем один раз, второй раз, третий раз, четвертый. И смотрим, где это второй модуль. Вот сюда переносим, зажимаем Ctrl, нажимаем V. Сюда переносятся все файлы из загрузки. Вот они здесь появились. Супер, отлично. Теперь нажимаем, выбираем файл. Например, левой кнопкой мышки. Теперь Ctrl-C. Выбираем куда? Правильно, уже в сохранившийся вариант уроков, какие здесь они должны быть. Также их переносим, зажимая левой кнопкой мыши, и перекидываем сюда файл. Нажимаем «Отправить». Вот у нас файл загрузился, начал загружаться. Но лучше подписывать как? Правильно. Нажав на второй файл, к примеру, вот он у нас, а у нас их, он даже, в общем, копируя. Тут еще два файла, да, получается, одинаковых, 2 и 3. Вот за этим надо следить. То какой был модуль открыт, а какой нет. Тут второй модуль 2.1. То есть модуль 2.1 есть. Тут модуль 2.2. Вот этот модуль 2.2. Значит, какой-то из модулей у нас был закачан повторно. Сейчас посмотрим. Ctrl-X. Табуляция. Модуль 2. Сюда загрузим его. Посмотрим. Ну, по сути, вот этот можно удалить. Скорее всего, это он и есть. Тогда вопрос следующий. Это Shift Delete. Удаляем. Здесь тоже. Через Fn F2. Сохраняем. Меняли. Но сейчас нам нужно Ctrl-A, Ctrl-C. Скопировали название. И носим файл уже второй куда? Правильно, в Telegram. И его здесь же подписываем. Вот таким вот правильным образом у нас подписанный файл, который из гид-курса у нас хранится с названием. Поэтому еще раз повторим. Третий файл скидываем, нажимаем на него левой кнопкой мыши. К примеру, левой нажали, вот он выделился. Теперь можно правой нажать. И здесь вот переименовать. Не видим, что делать. Правильно нажимаем один раз. Вот он выделился. И второй раз. Теперь копируем правой кнопкой название. Теперь щелкнули левой кнопкой на белое пространство, зажали файл, переносим его, который нам нужен. Он же был подписан, мы скопировали название, вставили название через Ctrl-V, отправить. Вот у нас этот второй модуль полностью здесь загружается. Оба файла последних с названиями. Еще раз повторю, как это делать. Теперь мы зашли, к примеру, обратно, сейчас выйдем, точнее откроем третий модуль, так как те модули, которые были открыты до этого, мы уже скачали, с ними сработали, закрываем вкладки справа, правой кнопкой мыши на открытую вкладку. Вот они закрылись. Теперь middle mouse на мышке, это среднее колесико, нажимаем раз, нажимаем два, нажимаем три. Сюда заходим, нажимаем кнопочку, который Stream Found, и открылось дополнительное окно, из которого загрузка идет вот этого файла. Также будет с вот этим.
модуль 3.2 и модуль 3.3. Нажали, и потом таким же образом можно повторить то же самое, что я сейчас за 5 минут этих объяснил, как скачивать полностью с Git-курса с помощью установленного расширения, которое называется Stream Recorder. Делать такую возможность. С вами был Юрий Силантьев. Обращайтесь, показывайте другим, как пользоваться с теми вещами, скачивать файлы, видео, курсов, которые вы проходите на Git-курсе. Если вы не можете их скачивать или ограничено время, чтобы потом их пройти. Все, всего доброго, пока-пока. Увидимся. А, вот еще. Интересно, это можно сделать? О, прикольно. Увидимся в следующих видео.